Всем привет! Вы на канале Технообзор. Сегодня в видео мы рассмотрим модель телевизора Samsung UE43TU7100U. Так что усаживайтесь поудобней. А я напомню, что собрал все ссылки на самые актуальные и низкие цены в описании под этим видео. Так что не забывай подписываться, стучать в колокол и лайкать видео. Диагональ экрана телевизора 43 дюйма, разрешение 3840 на 2160 пикселей, соотношение сторон экрана 16 на 9, частота обновления 60 Гц, тип матрицы VA, подсветка LED, мощность акустической системы 20 Вт. Дизайн строгий, декоративные элементы отсутствуют. Можно даже сказать, что экран условно безрамочный, потому что выглядит как монолитная поверхность. И только снизу мы видим более толстую рамку, посередине которой расположен логотип компании Samsung. Подставки телевизора выполнены в виде двух Y-образных ножек, которые крепятся в специальные гнезда на нижнем торце телевизора. Также помимо ножек можно использовать альтернативу в виде крепления телевизора на VESA-кронштейне. Для этого на задней части имеются специальные резьбовые отверстия. На задней части устройства имеется ряд разъемов: два HDMI порта, один USB, один оптический цифровой аудиовыход, один CI слот, один антенный вход и еще один антенный вход для спутникового телевидения. Дисплей Crystal, который установлен в этой модели телевизора, передаст вам яркие и естественные цвета. У вас не возникнет мысли о том, что цвета картинки слишком тусклые или слишком перенасыщенные. В довесок процессор Crystal 4K, который дополнительно задействуется при обработке картинки для того, чтобы вывести изображение на экране на совершенно новый уровень. Это только усилит положительные эффекты. Полагаю, что вы точно будете получать удовольствие от просмотра фильмов или сериалов. Также в этом списке хочу подметить технологию автоматического усиления глубины. Эта функция предназначена для улучшения контрастности, что позволяет создавать более объемное изображение. Вы будете максимально погружены в происходящее на экране благодаря тонкому и почти безрамочному дизайну, который не будет отвлекать ваше внимание от изображения на телевизоре. Думаю, вы и сами можете убедиться в том, что минималистичный строгий дизайн и отсутствие рамок с трех сторон будут максимально положительно влиять на время провождения перед телевизором. К тому же вы будете получать больше деталей в каждой сцене, а все потому, что изображение будет максимально четким благодаря 4К разрешению. Также в телевизоре имеется технология HDR, которая расширяет воспроизводимый на экране диапазон цветового спектра, благодаря чему вы видите мельчайшие детали изображения даже в самых темных сценах. Немаловажно и то, что в телевизоре есть игровой режим. Он обеспечивает минимальный input lag, благодаря чему вы можете лучше контролировать свои действия в любой игровой ситуации. А также вы сможете оценить плавность передачи динамических сцен без размытия и дрожания изображения. Помимо игр, просмотра кино и телепередач, этот телевизор можно использовать в качестве большого монитора для вашего компьютера. Дело в том, что на максимальной яркости вы не увидите мерцание, а наличие 60 Гц обновления экрана делают этот телевизор ничем не хуже обычного монитора. Платформа Smart Hub и универсальный пульт One Remote стали еще умнее, ведь весь нужный контент будет в ваших руках, от легкой настройки любимой консоли до установки актуальных приложений и просмотра телевидения. Также телевизор дружит с продукцией Apple. Имеется поддержка AirPlay 2, с помощью которой вы сможете управлять контентом прямо с девайсов Apple и сразу же на большом экране проигрывать видеоролики, музыку, фотографии и не только. Итак, давайте отдельно выделим плюсы данной модели телевизора. В телевизоре имеется игровой режим. Телевизор оснащен громкими встроенными динамиками мощностью в 20 Вт. Имеется насыщенная и сбалансированная цветопередача, а также хорошая четкость изображения. Из недостатков могу выделить только один. Несмотря на высокую громкость динамиков, звук не такой разборчивый, как хотелось бы. Что ж, надеюсь, что я помог вам определиться, стоит ли вам покупать данную модель телевизора. Напомню, что все ссылки на магазины с максимально актуальными и низкими ценами находятся в описании под этим видео. Не забывайте оставлять ваши комментарии. Вы были на канале Технообзор. Ну а я с вами не прощаюсь. Еще услышимся.